Большим семьям большая забота. Сотрудники Госпожнадзора совместно с добровольным пожарным обществом продолжают наносить визиты многодетным ивановцам. В соответствии с теми списками, адресом, мы проводим обход многоквартирных домов, а также частных владений домов, где находятся, живут многодетные семьи. По Ленинскому району 80 семей, по Фрунзенскому 70. Ну и следующая будет очередь Октябрьского и Советского. К сожалению, по статистике пожары в больших семьях не редкость. Участились случаи пожаров в квартирах, где проживают многодетные семьи. Значит, статистика, ну, где-то порядка 10 случаев уже по области с начала года. Именно в таких семьях произошли. К счастью, обошлось без жертв. Огонь – стихия непредсказуемая. Факторов возникновения пожара много. Бывает, мама отвлечется на малышей и оставит плиту без присмотра. Бывает, сами дети набедокурят. Потому важно вовремя заметить проблему, пока она не переросла в ЧП. Для этого пожарные дарят семьям специальные извещатели. Этот извещатель, он реагирует на дым. В случае возникновения пожара, либо задымления, он подаст звуковой сигнал. В случае, допустим, если заснули и что-то на плите загорелось, либо оставили, он как раз поможет разбудить всю семью и, скажем так, предупредить о опасности. Он устанавливается в кухне и в коридоре. Может устанавливаться на потолок, либо верхнюю часть стен. Но лучше все-таки не допускать пожара, потому кроме подарков визитеры оставляют многодетным родителям информацию о мерах предосторожности при обращении с огнем, электроприборами и газовым оборудованием. Информацию, которую важно знать и взрослым, и детям. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.